Приветствую, друзья, с вами Артур. Привезли с Америки вот такой вот проектор-ночник Planet Projector Light DQM3. Я его отключу на секундочку. То есть у нас здесь много проекторов. Здесь можно менять разные планеты, то есть планетарная система. И можете выбирать, здесь даже перечень по инструкции был, то есть любую выбирать планету. Здесь вот такой ролик, и он меняет слайды. Спереди у нас разъем Type-C, он сейчас подключен. В комплект блок питания не входит, я наш взял для проверки. Идет только кабель, пульт, самоустройство, инструкция. И также спереди есть под microSD карту памяти, то есть можно, я так понимаю, музыку включать, play mode, star mode, led mode. В общем, я сейчас выключу освещение и буду вам демонстрировать. Хотя это круто, когда ночью, то есть при полной темноте. Тут у нас не совсем темно, но плюс-минус, я думаю, будет понятно. То есть вот на потолок он у нас спроектировал. Давайте я по LED мод. То есть точечки такие. То есть можно менять. Они вот так типа переливаются. То есть разного цвета. Там вращается. И по планетам. Наверное, там, да, лучше видно. Только у нас сейчас не полная темнота. Если была полная темнота, было бы лучше. Ну, проекция довольно классная и четкая. Разные вот такие вот режимы. То есть очень-очень много всяких здесь режимов. Думаю, в полной темноте это будет для деток очень-очень круто. Лайк за видеообзор. С вами был Артур. Пока. Можно к повербанку подключать и не зависеть от розетки. Даже брать куда-то в поход, в палатку. Супер устройство.